Здравствуйте, у нас сегодня понедельник, на улице стало невероятно холодно. Себя не показываю, потому что у меня выскочила простуда на губе, но она у меня практически уже прошла. Так что пока, знаете, как-то не хочу я себя в таком виде показывать. Но мне еще и больновато разговаривать, хочу показать. Вот, видите, заказ у меня. Вот такие. Но я еще не решила, это у меня еще пока пробное, наверное. Может, слишком ярко, не знаю. Это у нее такая бабочка. Это я связала. Шарфичек вижу тут, видите, вот уже сколько связала. Вот такие перчаточки. Ну, говорю, что еще пробный пока. Не знаю, может, Леша играет, сидит там на... Так, кстати, все, кто там переживает, там Леша все знает, и все он в курсе, и все он со мной согласен. Так что вот. Смотрите, я, значит, смотрю «Выжившие», вот про Мураней. Ну, это, конечно, старое кино. Но я помню, что-то посмотрела первый сезон, потому что вообще не смотреть. Что-то испугалась. И вы знаете, я просто вам что хочу показать. Что вот мне как-то написали, что у меня нарощенные ногти, вот это гель, видите? А вот это вот у меня, смотрите, мои собственные ногти. Видите, у меня вот эта штука сегодня отпала, мне, в общем, надо маникюр записываться. Вот видите, вот это мой собственный ноготь, вот он какой. И он очень твердый, вот видите, он не гнется, ничего, вот он такой твердый. И вот, ну да, впечатление сверху, что вот содрано, ну потому что отвалилось тут. Он, конечно, не глянцевый, вот сверху как бы ободралось. Но он твердый у меня, вот и длинный. Кстати, я его сама подпилила тут вот. Он был еще длиннее, но мне вот это вязать мешает очень сильно. Ну, он у меня, в общем, болтался вот так. Я убрала, потому что он мне мешал вязать, потому что нитка прямо вот туда залазила и вот это... Я сама отодрала, мне надо вот это записываться к этому, на маникюр, видите, вот. Так что ничего мне не нарощено, никакие ногти, вот они. И вот все говорят, что вот ногти портятся, а целый год уже хожу с такими ногтями, с гелевыми, ничего не... Вот если мне вот и убрать, и дать неделю, они снова станут и такими блестящими, ну, такими и... крепкими опять сильно. Так что это у всех, видимо, по-разному, у кого какие ногтевые пластины. Вот видите, они у меня сами по себе длинные очень. Такие сами по себе они от природы. Вот знаете, я еще что тут смотрю периодически. Вот смотрите, сайт испанский называется Фото Каса. Это, если перевести на русский, это фотографии домов, потому что касса — это дом. Так, и вот тут, пожалуйста, нам представлены разные. Видите, 450 евро в месяц, но это на долгий срок. Два битасьона. Но, видите, я даже вот узнаю по фотографии, где это находится. Это в центре. Нет, я там не хочу. Там ужас жить. Там, может, еще зимой можно жить, а летом там невозможно жить. И это тоже квартира. Она тоже очень близко к морю. И там, скорее всего, тоже отопления нету. Я, скорее всего, думаю. Так. Вот тут 575. Давайте посмотрим. А, это не Лёрет. Это, знаете, за Лёретом тут написано две, значит, спальни, один туалет. Почти 600 евро стоит. Ну, значит, наверное, шикарно какое-то. Может, как-то побольше можно сделать? Нет? Нет, больше не делается. Ну, вот видите, вот коридорчик. Прихожая. Так, это почему-то одно небо сняли, непонятно почему.
Вот видите, как еще надо уметь ведь все-таки это нормально сфотографировать. Это ужасно сфотографировано все. Коряво, блин, пол зачем-то. Блин, а смотрите, с детской кроваткой. Так. Ну, узковато, видите, как. Вот у них такие комнаты, пеналы прям такие узкие бывают сильно. Вот это кухня. Интересно, она открытая. Кухня американо. Люди, мне кухня американо не нравится вообще. Ну, не нравится и все. Кому-то может нравиться, а мне нет. Я хочу, чтобы кухня была закрытая. Это вот нараспашку. А вот это, смотрите, дармиторию. То есть спальня. Вот это такая спальня. А это душевая кабинка тут у них. Туалет такой. Вот он такой туалет. Ну, туалет малюсенький, конечно. Нет, что-то они загнули цену. Почти 600 евро. Это за что? И не загнули люди. Можно вообще. А это зала ДСТ. Это зала ДСТ. Нет, цена загнута. Перегнута. Лерой де Мар тоже. О, еще 3 абитасиона. Вот это хочу посмотреть. И 500 евро всего. Вот это мне нравится. И Лерой де Мар написано. Писа де Карер. О, де Карер, нарцисс, масси. Санта Клотильда. Это прямо рядом нам с финал, видите. Вот я вот вам про эти говорила, про эти вот новые дома. Вот посмотрите, какое отличие. Вот это квартира до квартира. Я там была, люди, там такая красота. Вот тоже бассейн есть такой же. Вот такая зала ДСТ шикарная. Вот отдельно, видите, этот кухня, она отдельно изолированная. О, терраса какая огромная. Вот это, ну, как бы для детей. Это дармитория, ну, дармир это спать по-испански, дармитория спальня. А туалетик такой. Вот такая нормально, да. Dos baños, видите, два туалета. Вот я вам говорю, что два туалета. И видите, 500 евро. И знаете, почему я здесь смотрю? Потому что это как бы напрямую ты с хозяином договариваешься. И ты платишь ему за первый месяц 500. И еще сколько он выставит эту фианса. Фианса – это залог. И не надо агенции. А так бы агенция, она бы еще бы 500. То есть за въезд в эту квартиру надо было разом бы заплатить 1500. А так, может, даже и можно там сторговаться и заплатить всего 800. Ну, это я, конечно, мечтаю. Может, и не так. Ну, мне просто посоветовали этот сайт. Сказали, что это напрямую к хозяину. Видите, тут бер телефон, видите, контактар. То есть вот сюда нажать, и вы увидите там телефон. Ну, терраса, конечно, вообще шикарная. Вы посмотрите, это целая квартира. Вот, так что кто хочет, пожалуйста. Вот, ну, это на долгосрочная аренда, долгосрочная. Значит, вы заключаете договор на год. И вы должны прожить там год. И если вы будете съезжать, с вас неустойку заберут. Или, ну, я не знаю, что сейчас делать. Раньше не отдавали фиансу. Не знаю. Ну, в общем, как бы ты пишешь договор на год, и его нельзя, в общем. А, забыла же вам сказать, почему. Почему я это еще все смотрю каждый день? Потому что Ильясу все уже дали постоянный контракт. Все. Сейчас он 3 месяца отработает. И мы вот с контрактом, с номиной пойдем. Можно будет уже снимать квартиру ему. Так что не собирается Ильяс. Кто там написал, что я весь табор с Ижевска повезла. Не собирается Ильяс с нами жить. Ильяс будет жить отдельно. Это... У них семья, они сами будут там жить. Так что вот. Кто сильно запереживал там. Так, ну ладно. Посмотрим еще, что есть. Ничего. Кстати, вот я последний раз смотрела, там не было. Такой квартиры. А вот смотрите, тут один абитасьон, видите? 350, за 350 даже, вот видите, можно снять один абитасьон. Что-то как-то... Не особо. Это что, кухня? Так. Посмотрим. Значит, один абитасьон, видите, одна комната, дармиторию. А, так это дармиторию. Это значит двухкомнатная по-нашему.
И одну баню. Может, им двухкомнатную достаточно будет. 350 евро, смотрите, всего. Можно мне даже, мне кажется, и за 500 сторговаться. Ну, как бы это, ну, дать 200 фианса и там. Ну, все по-разному, конечно, говорят. Можно. Ну, простенько, конечно. Видно сразу, что простенько все. Так. Это что, доказала Деиста? И тут сразу кухня в зале. Даже не кусина американок, это вообще кухня в зале. Вообще некрасиво. Ну, зато вон, смотрите, какая душевая кабина красивая. Так. О, дармиторию такое. Как кровать. В старинном виде. Вот она такая. Ну, вообще, мебель-то, конечно, старая. А и окно старое. Слушайте, это в старом доме. А, да, касса антик, видите? А, антик, касса антик. Это по-каталански написано тут. Касс Антик, Барри Дельс Пескадорс. О, это в центре. Не-не, в центре не надо. Люди там подохнут, может. Не-не, это центр. Все. Отсюда выматываемся. Нет, нет. Леша даже сказал, лучше в Мали искать, чем это. Чем в центре. Ну, вот видите, точно. Это вот прямо в центре. Вот он, пляж. Это центр. Это, в общем, там... Люди там жить летом вообще невозможно будет. Там будет шум, гам, вопли этих туристов. Это подохнуть можно. Ну и что такое? Так, вот это давайте вот Фаналс, Кале Фаналс, Лаерет. А, так это же наш бассейн! Что-то думаю, ну, такое. Это же наш бассейн, люди. Кто хочет в нашем доме снять квартирку? Присмотреть. Вот наш бассейн, смотрите, вот он. А вот телефончик можете застрочить, записать. Но, правда, с вами будет по-испански разговор. А может и по-русски, кто знает. Может, удача будет. Вот наш подъезд. Так, вот он наш родимый. Ой, смотрите, красота. А! Так это, наверное, и есть тот русский, который... Вот, смотрите, смотрите, кто у меня долго смотрит, он знает. Смотрите, 600 евро в месяц. Но это годовая аренда. Годовая, ну, в смысле, 1200 придется разом заплатить. Так, смотрите. Вот как наша терраса, если кровать выкинуть. И у нас тоже такой же столик есть, и стулья. Ну, я летом на этой кровати сплю. Ну, а где я тогда буду летом спать? Так. Вот он, вот он. Ля-ля-ля. Это вот так нашу квартиру можно переделать. Кто хотел спросить, как наша квартира? Вот, видите, чтобы нашу квартиру сделать красивой, ее... Надо вбухать бешеные деньги. Видите, как кухню переделали. Нам тоже вот надо все-все сдирать. И все по новой делать. Всю кухню надо убирать. Ванную комнату все сдирать, все новое. Потому что дому люди 34 года. И все это вот мне, то, что у нас есть, вот это вот. Вся эта мебель. Она люди у нас вся вот и лет 30, наверное. Так что на все это надо денежки, денежки, денежки. Два бетасиона, видите, одно баню. Вот зачем одно баню? Вот видели, в другом месте два было туалета. Неудобно, когда один туалет, вообще никак неудобно. Вот такая кухня. Вот такая зала Деиста. Так. И еще одна терраса. И где... И что, подъезд? Вот вы посмотрите, как рекламируется эта квартира. Вы посмотрите, рекламируется подъезд, этот бассейн, терраса рекламируется, зала Деиста, кухня. А где остальное? Где все остальное-то? Почему остального нет? Вот 600 евро. Так, дальше. Я же вам говорю, нашу квартиру надо сдавать.
Не надо в ней жить, надо в ней сдавать. И сколько там? А, три, видите? Вот три абитасьона и одно баньо. Вот это вообще... Вот это вообще никак неправильно. Три абитасьона, это значит, как минимум будет жить 5 человек. И это с одним баньем. Представьте, как это неудобно. С одним туалетом. Ну, думаю, наверное. Кстати, смотрите, вот это... Я буквально неделю назад смотрела, и тут поменялось все. В общем, тут надо это еще как бы ловить. А вот это центру. Фу, я не хочу в центре. Вот это 650 стоит. Урбанизасьон. Леша, где у нас находится урбанизасьон? В это в Люрете. Где находится урбанизасьон в Люрете? Как он называется, лучше скажем. Ну-ка, подожди. Писан Люрет де Мар, урбанизасьон Люрет де Мар. Вот как он. Блять. Не надо, Леша. Урбанизасьон Люрет де Мар, это специально пишется в рекламе, чтобы не знали, где он, в каком урбанизасьоне, блядь. Чтобы люди не приходили туда и на него не смотрели, блядь. Может быть, там сидит какой-то мужик злой. И живет в этом доме. А риэлторская компания просто имеет информацию об этом доме. Больше ничего. А слушай, смотри, как красиво. Ну, это, конечно, старая очень это, Тань, квартира. Знаю, что старая, но, может быть, есть дома, которые старые, но в очень лучшем состоянии. Леша, а как вот ты, вот скажи, как ты вот отнесся к моей идее, что надо снять нормальную квартиру с нормальным отоплением, там жить, а эту сдавать? Как ты к этому относишься? Вот скажи честно. Я, скажу честно, я отношусь к этому абсолютно позитивно, потому что ты так, как и я, думаешь о семье, о нашей, полностью о нашей семье. Поэтому мы вместе, как семья, должны решать вопросы и экономические, и все остальные. Ну, а ты вот согласен с тем, что вот эта квартира, ну да, она там красивая, там крутая, но она не для жизни, она для отдыха. Нет, когда... Я не хочу никого обижать, потому что, может быть, зайдет кто-то на твой канал смотреть. Ну, папа мой вряд ли зайдет на канал смотреть, потому что он не знает, как им пользоваться компьютером. Может зайти моя только сестра. Когда в свое время, когда покупалась эта квартира, в общем, мы хотели, чтобы она была квартирой для жилья тоже. Но дело в том, что понятие квартиры в Испании, как это сказать проще, для барселонца это не квартира, это дача. Потому что такого понятия, как у нас дачи в России есть, там, в поселках, здесь этого нету. Здесь люди имеют одну квартиру, уже в той, в которой они живут, к примеру, в Барселоне богатые люди, и имеют на выходные на отпуска вот такие апартаменты, как вот этот Альва-парк. Ну вот скажи, что это не квартира, а апартамент. А ты на меня кинулись, меня стали всяко оскорблять. Оскорблять мою жену, пожалуйста, потому что на самом деле... Что я планирую тебя обобрать, отобрать у тебя квартиру, капец. Извините, как... Ужас. 7 лет жила, не планировала, тут напланировала, вышла за тебя замуж, чтобы у тебя все отобрать. Вот это вообще... И что? А зачем мне у Лёши отбирать квартиру, когда я и так тут живу? Когда я и так тут хорошо, классно живу. Зачем мне ее отбирать? Мы хорошо с Лёшей вдвоем живем, да? И, по-моему, мне кажется, одиночество это страшнее, чем эта квартира отобранная. Ребята, которые вы пишете, это дерьмо моей жене. Скажу вам так от себя. Что, может быть, вы просто не нашли для себя... Да это женщины пишут. Нет, не нашли вы для себя, что такое идеальная семья. Я считаю, моя семья, которая имею я Таню в виду, как мою жену, я ее называю идеальной, потому что такой семьи, как у нас, нету. Я ее, по крайней мере, еще пока не видел.
Потому что многие семьи, что делают, живут под расчет. Это называется, что женщина, которая на самом деле не любит своего мужчину, она, да, готова побрать его. А зачем моей Тане, которая любит меня и понимает меня, и пытается мне помочь во всем, она будет забирать у меня квартиру и не знает, что со мной делать? Тебя с крыши скинуть. Предложили тебя с крыши скинуть. Я вот одного не понимаю. Насчет шутки по поводу крыши. Я говорю, зачем меня и так долго мучиться, меня и тащить на крышу, оттуда меня скидывать, когда вот, пожалуйста, балкон скинь. С балкона можно скинуть. Пихните, блядь, им, пожалуйста. Ну ладно, в общем, ничего я больше уже не нашла тут, это рылась. В общем, не показываем мы себя, потому что мы в домашнем виде, а тут очень злобных теток много, наглых. Не надо, пизданутых. Не надо, Лёша, не матерись. Ну ладно, все, думаю, вам эта информация будет полезной. Я просто еще раз покажу. Кстати, я вам скажу, что мой канал — это не канал юридический или адвокатский. Я тут вам не обязана рассказывать, какие документы на что собирать. Для этого есть интернет, набираете официальные странички, там все это смотрите. Я просто говорю общие условия, то, что я знаю, как обыватель. Вот и все. Я еще раз вам повторяю. Вот смотрите, вот она, фотокасса. Вот так вот ту бибьента, это написано. Это как компрар или акеляр. Акеляр — это значит арендовать. Так, а компрар — это купить. Так, Леры Демар пишем. Компартир — это значит с кем-то разделить. То есть вы можете себе взять жильца. То есть это разрешено. Вакасионал — это значит на отдых. И вот тут вот нажимаем Бускар. Вот написали Леры Демар. И вот оно здесь вот все выходит вот так вот. Друг звонит, 480 есть. Кому интересно, сами зайдите, посмотрите. Я это все уже смотрела 100 раз. Я, потому что все время захожу, ищу, все смотрю. Хочу попозже. Апартаменты. Вот знаете, вот когда апартамент написан, это значит для отдыха будет квартира. Вообще самая, конечно, классная квартира — это где вот написано Dos Baños. Dos Baños — это вот для меня самое удобное, я считаю, потому что ведь видите, везде есть эти бассейны, но мне бассейны не это. Тебе надо бассейн? Не, нам не, этот бассейн вообще как-то не надо. Вот тут наш дом тут, смотри, есть, Леша. Я знаю. Наш дом есть, 600 евро стоит, чтобы сдать как нашу такую же квартиру, стоит 600 евро в месяц. Так, ну для этого, конечно, ремонт надо сделать полностью. Ну вот, смотрите, апартаменты, 3000, вот это вот, смотрите, вот 3000, это значит, парамесус агоста и септембре, это сдается в августе и сентябре, это вот именно вакасионал, это для отдыха, то есть такая, как наша квартира, она тоже 3000 стоит, вот. Ну, с условием, если мы ее отремонтируем. Так что, а мы все сделаем, у нас все получится. И еще вам, люди, скажу, мечтайте, не бойтесь никого, говорите свои мечты вслух. Я вам скажу, вокруг будут люди все время бегать, и вас будут, да кто ты так? Я от себя скажу на свое мнение. Давай. Я скажу, что вот Таня говорит, что все получится. Когда в моей жизни произошла одна ситуация, что я остался полностью один, и моих родителей здесь не стало, и моей матери тоже здесь не стало, которая все мне помогала в моей жизни. За это я буду молиться на нее и благодарен буду ей за все. Но зато Бог мне прислал человека. Это моя жена. И я 100% вам гарантирую, что о чем мечтает моя жена, если у нее... Она такой человек, я не хочу ее сейчас хвалить, но она такой человек, что если у нее в голову что-нибудь застрянет, то она не отступит от своего. Но что такое, когда надо было изучить пинакл,
Вы бы люди видели, как это изучалось. Это программа по монтажу. И кто говорит, что я этому всему научил, он дурак. Никогда никто ничего это не говорит. Нет, они тоже ничего это не говорят. Все уже знают, что я все сама сделала. Это у нас тут знакомые говорили просто. Просто я говорю, что... Ой, есть, что-то такая страхомудина. 530, такая страшная. Я повторяю, что если моей жене что-то взбредет в голову, ой, то она этого не отступит. Она как пробивной танк. Ну, зато есть паркинг, зато есть. Я думаю, что такая цена... А, да, кажется, паркинг есть, поэтому. Так что, люди, можете вот тут вот посмотреть. От любви, может быть, в этом смысле я тебя за это так и люблю. Потому что вот этот твой характер, который ты, если ты зациклилась у тебя в голове, какая-то мысль, и ты не отступаешь. В этом смысле ты очень сильно похожа на мою родную мать. Да, да. Кстати, Леша, ты меня и потому и выбрал, потому что я похожа на его мать. И кто там что-то писал... Мама, вот я не видела, к сожалению, маму здоровой, но когда я ее видела, его мама очень хорошо обо мне отзывалась, да, это помнишь? Да. Она вообще такие слова прямо тогда вот хорошие сказала, что Леша даже заплакал. Угу. Да, я заплакал, потому что я всегда верил ей, всегда единственному человеку в своей жизни, который я мог довериться и положиться на нее, и сделать то, что мне, то, что я в данный момент, как сказать, имею. В общем, я скажу, что она сказала. Она сказала, что Леша, эта женщина очень добрая, очень хорошая, держись за нее. Вот она как сказала. Хотя она уже очень больная была. Ой, ладно, не плачь, иди. Не могу. Не поминай, пожалуйста. И мама, кстати, у Лёши давно уже умерла, 4 года назад. Так что ничего, никаких проблем у меня ни с мамой, ни с папой никогда не было. Я человек, который уважает людей старше себя. Никогда в жизни я бы не посмела бы даже вообще бы не рот открыть, что-то бы плохое сказать. Зачем вы так про меня подумали? Это невероятно. Ну ладно. До свидания, все. Хватит. Тут еще-то видео тут будет полдня.